Понедельник день тяжелый, а тут еще и ветер вырывает землю из-под ног. Бобруйчане пережили очередной оранжевый уровень опасности. Последние пару недель это скорее правило, нежели исключение. К сильным порывам почти привыкли. Хлам с балконов убрали, машины спрятали в гараж, билборды и вывески обходим стороной. Осталось дождаться настоящей весны. Несмотря на нестабильную погоду, природа оживает. Деревья зеленеют, расцветают первоцветы, а с юга возвращаются птицы. США до сих пор трясет от стихийных бедствий. Там уже погибли 6 человек. Над Луизианой, Арканзасом и Алабамой пронеслись торнадо. Повреждены дома и хозпостройки. Сильные бури с градом обрушились и на Флориду. ЧП объявлено в центральных румынских горных курортах. В городе Азуга сошел мощный оползень и снес воду и деревья со склонов на дома в низине. Синоптики уверяют, до конца недели характер погоды не изменится. Ветер и небольшие осадки сохранятся, температурный фон будет ниже нормы. Завтра город на Березине укутают облака, утром небо расплачется. Зато после полудня осадков не ожидается. Днем температура воздуха достигнет 8 градусов тепла, ночью опустится до нуля. Местами пройдет мокрый снег. Кристина Ириянс, Максим Галионко, Бобруйск 360.